Прокачать навыки проектной деятельности. Большой совет старшеклассников состоялся в точке кипения в пятницу. Участие в нем приняли школьники из всех районов губернии. Около 10 человек от каждого муниципалитета. Полученная здесь информация они поделятся со своими одноклассниками и педагогами. Тема этого года – проектная деятельность. На дискуссионных площадках ребятам рассказали, как разработать и реализовать свой проект. К работе подключили специалисты Академии народного хозяйства и госслужбы Российского Союза молодежи. Тема площадок образовательных, самые разнообразные, начиная, то есть от краудфандинга, как найти средства для своего проекта. То есть это как организовать команду для своего проекта, как прописать грамотно свой проект. Всему этому ребята будут сегодня здесь обучаться.